по 14 фонтана. На сегодняшний день могу дать такую информацию. Первое. Там планируется строительство подпорной стены. Нашему управлению инженерной защиты уже получено разрешение на подпорную стену. Что касается ниже, я не могу дать сейчас никакой информации, потому что мы обратимся в областной департамент или в инспекцию Украины, ГАСКО, да, для того, чтобы нам сказали, выдавали ли они какие-то разрешительные документы на строительство чего-либо. Но могу сказать, что нашим управлением в 2018 году было зарегистрировано уведомление на подготовительные работы по данному земельному участку. Также коротко могу сказать, что, если я не ошибаюсь, на данной земельном участке есть государственные госакты еще там с 2007-2008 года. Для обобщения данной информации и дать полную, скажем так, характеристику, мы на следующий понедельник подготовимся и полностью пройдемся, кто получал, когда дозволил, какие документы, что стали основанием для выдачи разрешений и так далее. По поводу того, что депутат Александр Шеремет заявлял, внизу то, что построили гостиницу, нами будет проведена внеплановая проверка. И после внеплановой проверки мы тоже дадим полный комментарий.